В ближайшие 5 лет в Беларуси сделают акцент на региональную политику. Планируют активнее развивать районные центры и города-спутники. Об этом заявил глава администрации президента. Поставлена задача реализовывать в каждом районном центре инвестиционные проекты, которые бы становились драйверами экономического роста того или иного региона, подчеркнул Игорь Сергеенко. Сегодня в Беларуси проходит единый день безопасности дорожного движения. Основные усилия сотрудники ГАИ направят на профилактику происшествий, участники которых оставляют место ДТП. Чаще всего это происходит в случае наезда на пешехода. Специалисты предостерегают водителей от подобных действий, так как, покинув место аварии, доказать свою невиновность уже будет невозможно. Налоговые напомнили о правилах реализации цветов к 8 марта. Прежде всего, нужно предоставить в инспекцию уведомление. В нем указывается вид товара, дата и место продажи. Также необходимо уплатить единый налог. Расчет его суммы произведут в инспекции. В стране открыто голосование по выбору даты Дня народного единства. Среди предложений 17 сентября и 14 ноября. В 1939 году в эти две даты начался и завершился процесс воссоединения Западной Беларуси и БССР. Сделать свой выбор можно на сайте Всебелорусского народного собрания. В Могилеве пройдет республиканский турнир по спортивной акробатике. Соревнования состоятся с 1 по 5 марта. Всего выступят около 150 спортсменов в возрасте от 6 до 16. Кроме белорусов, в турнире примут участие юные акробаты из Москвы.